Здорово всем, дорогие друзья, это будет очень грустное, печальное видео на такую тему, точнее я расскажу свою историю о том, как у меня за всю свою достаточно долгую жизнь, по нынешним меркам никогда не было тяны отношений, а возможно, для кого-то эта история станет мотивирующего, не в том плане, что услышал ее, я вам там расскажу, как найти тян. Нет, наоборот, видео вам поможет обрести стойкость и не обращать внимания на то, что у вас никогда не было и не будет тян, как и у меня. Потому что, наверное, основная моя аудитория это там какие-то школьники, там, максимум лет 20. Соответственно, большинство из них наверняка переживают по этому поводу, что у них никогда не было тян. То есть там они думают, сейчас нету, может там повезет через несколько лет, еще там якобы время есть. Но я хочу разбить эти все ваши мечты, потому что если у вас никогда не было тян, например, в школьном возрасте во времена шара, и то с большей долей вероятности она у вас и не появится и в моем возрасте. А для тех, кто не знает, мой возраст составляет в районе 20 с чем-то, 30 с чем-то лет. Итак, дорогие друзья, дело в том, что если, например, вы, как я, не выиграли генетическую лотерею, то есть для тех, кто не знает, мой рост составляет всего лишь 1,50 м, соответственно, с такими характеристиками можно было забыть такие слова, как тяны отношения, еще при самом рождении. То есть, из-за различных факторов человек продолжает верить. Говорят же, вера помогает человеку. Даже если верить, что вы когда-то найдете тян, это вам никогда не поможет найти тян. То есть не терять надежду больше, конечно, работает для собственного успокоения, не в плане действенности, что если вы будете верить, если вы будете надеяться, то вы найдете тян. Начнем с того, что обычно начинают встречаться еще в школьные года, какие-то черы встречаются еще в школьные годы. Изначально вызываете ли вы симпатию, либо же нет, уже заметно, даже в самых начальных классах, то есть с первого по третьему. То есть если вы красивый, если вы чет, то уже даже в таком возрасте тян проявляют к вам симпатию. Да, это не какие-то явные, действия, когда он тян скажет, что вы нравитесь. Нет, естественно, в таком возрасте тян это сказать не может. Это можно заметить по каким-то завуалированным действиям. То есть потом уже где-то в каком-то, восьмом, в девятом классе уже. Но когда огромное количество людей начинает встречаться, некоторые даже уже ебутся, вас в 15, в 16 лет. Сейчас, соответственно, все ебутся уже даже намного раньше. Но ебутся все за исключением нас, то есть за исключением инцелу. Соответственно, мы не ебались ни в молодом возрасте и не ебемся сейчас, потому что, видимо, не су... ждено. Когда ты ходишь, например, в школу, уже даже в такое время можно часто услышать истории каких-то челов, когда они рассказывают, как сходили на описку, как выебали тян. То есть некоторые встречаются с одноклассницами, например, это не особо распространено. Не особо распространено, потому что одноклассницы обычно встречаются с какими-то взрослыми уже мужиками, соответственно, каким-то чедом уже из числа одноклассниц ничего не перепадает. Дальше идут времена шараги.
У меня лично, опять же, ни в школе, ни в Шараге не было ни малейшего намека на то, что я мог, ну, кому-то нравиться. Ну, то есть ни на 14 февраля, ни в обычный день мне там никто не слал открытки, мне никто не признавался, что я нравлюсь вот, ну, кому-то. Соответственно, вот это, ну, конечно, очень, ну, пагубно влияет на психику. Ну, то есть уже в таком возрасте начинаешь, ну, понимать, что у тебя никогда не будет тян. Ну, то есть, что, ну, например, если, ну, ты там не родился чедом, и, ну, казалось бы, ну, то есть мы с чедами живем в одном, ну, мире, вот, ну, то есть ходим там по одной, ну, дороге, дышим одним воздухом, но тем не менее мы все, ну, категорически отличаемся. И наши жизни, наши судьбы, они, ну, тоже, ну, будут там, ну, категорически, ну, разные, там, на 180, ну, процент, ой, блядь, на 180 градусов. Ну, то есть, уже в молодом возрасте можно, ну, понять, кто вы, ну, по жизни, то есть, инцел, либо же чет. То есть, даже если, например, вы по каким-то причинам не желали смотреть в зеркало, чтобы, ну, понять, вот это мгновенно там, либо же там, например, вы не ходили в школьные времена, вот, знаете, там, к школьной медсестре, ну, когда, либо же в военкомате вам измеряют рост, и измеряют рост, соответственно, уже тогда можно, ну, понять, что если, например, вы, ну, какой-то, ну, карлан, вот, ниже 1,95 м, то, опять же, вам в плане отношений ничего не светит, и здесь абсолютно не играет никакой роли. То есть у вас, например, 1,94 м, либо же 1,50 м, ну, 50, ну, как у вас. Ну, то есть на тян у нас шансы одинаково нулевые. Соответственно, никогда там ни одна тян не посмотрит на таких, ну, как мы. И опять же, в такие моменты вот возникает вопрос, а, ну, почему-то, например, с нами не встречаются, ну, тян, например, нашего, ну, роста. Ну, дело в том, что наоборот, вот чем ниже тян, ну, тем выше, ну, куна, а она хочет. Ну, то есть вот это вот такой способ, ну, компенсировать свои, ну, какие-то, ну, комплексы. Соответственно, если вы там, ну, пытаетесь, ну, познакомиться, вот, то есть уже совсем отчаявшись, с такой же, ну, карланшей, то вы охуеете от, ну, того, что она пошлет вас нахуй еще, ну, как бы, еще в более жесткой форме, потому что она там, ну, посмотрит, ну, как на долбоеба, ну, типа, ну, ты что там, нахуй, ну, карлан ебаный, ну, то есть вы там, ну, думаете, что, да, сейчас там, ну, будем одного, ну, роста, и, ну, то есть якобы никаких, ну, проблем. И, опять же, там, ну, проблема здесь вообще там даже не в том, что, ну, тян там может хотеть носить, ну, каблуки. Ну, даже если вы там одного с ней, ну, роста, учитывая, ну, каблуки, опять же, ну, тян никогда не будет рассматривать, ну, куна ее, ну, роста для отношений, потому что, опять же, вот так сложилось эволюционно, потому что, то есть, на подсознательном уровне, ну, тян любого, ну, куна, ну, рассматривает, ну, как отца своих, ну, детей. Ну, то есть, соответственно, она выбирает лучшие гены, вот, и ее абсолютно не ебет, например, то, что, например, вы не хотите детей, либо же вы обои не хотите, ну, детей, но тем не менее, от вот этого, ну, подсознательного, ну, как бы, фильтра, она никогда не сможет избавиться. То есть даже если у вас там внешка, например, ну, 10 из 10, если вы не обладаете, ну, ростом хотя бы 1,95 м, ну, то тебя никогда не посмотрит вот на такого. Ну, дальше вот может быть еще вот такой вариант, например, опять же, вы высокий, ну, то есть вы соответствуете, ну, росту, но вы не обладаете внешкой, ну, 10 из 10, и вы, наверное, спросите, а нахуя внешка, если она же сама, ну, только там недавно говорила, что ей важен, ну, но только рост. Ну, то есть, ну, может, даже и не говорила, но своими, ну, действиями, например, если тяну послал вас нахуй, если вы, ну, карлан, то, естественно, здесь
И дураку, понятно, что причина в росте. Опять же, вот этом механизме фильтрации заложено еще то, что Нутян выбирает того, чтобы ее дети тоже были красивыми. То есть вины Нутян как такой в этом нету. Это опять же причина в эволюции. То есть каждое следующее поколение, а оно по своей задумке должно быть и выше, и красивее, последующего. Конечно, сейчас многие, выйдя на улицу, могут увидеть там очень много каких-то уёбищ, и они скажут, а где же вот эта эволюция там ебаная? Почему она вот такой, допустим, опять же, никто не отменял, бетабакс, никто не отменял алкоголь, то есть, даже здесь вот эволюцию обманули, банальные вот, какие-то материальные там, ценности, то есть меркантильность, можно сказать, потому что изначально, опять же, по задумке эволюции, тебя должны выбирать самую высокую, самую красивую, опять же, из-за того, что они вот ведутся на деньги, появилось, огромное количество людей, которые вообще там, родились вот от, опять же, каких-то инцелов, ничем не выдающихся, ни внешностью, ни ростом, да, то есть, и сейчас наверняка вот многие там могут написать, а что вот, тебе вот, что нам инцелам мешает, бетабаксит, опять же, с каждым следующим поколением человек умнеет, и, соответственно, любой новый понимает, что ему нужно искреннее отношение, то есть искренние чувства, искренняя взаимность, которая не лежит в основу, которая не будут лежать какие-то материальные ценности. То есть если ты Тяну купил iPhone, а она тебя будет якобы любить, и, соответственно, любить она не будет, а она с тобой будет исключительно из-за iPhone. И мы же тоже люди, мы хотим нормальных отношений, то есть и что-то многие часто пишут, сходи сними шлюху, опять же, мы в принципе-то никогда не говорили, что нам важна ебля, то есть лично для меня ебля вообще не важна, то есть у меня это низкое, либидо, соответственно, я ебаться в принципе не хочу. Я, наверное, как и большинство, мы хотим чисто отношений, няшиться, под пледиком, всю эту, высокие чувства, а не какие-то животные инстинкты, в стиле поебаться, и все. Соответственно, если бы цель была только поебаться, то все бы ходили к шлюхам, и никто не ныл. Во-первых, платить за еблю, это, мягко скажем, ненормально. То есть себестоимость ебли, она составляет ноль, копеек. То есть ебля, она ничего не стоит, и она должна быть бесплатна для всех. Опять же, потому что это обычная, базовая потребность. То есть вы же не платите за то, что вы ходите в туалет нахуй. То есть да, есть платные туалеты, но соответственно, любой нормальный человек, когда проходит мимо платного туалета, он невольно начинает крутить у виска, вы что, долбоебы бля? 50 рублей за туалет, за то, что я вам посру, то есть, бля, вы что, вообще ебануты, то есть, потому что я могу за углом где-то сходить совершенно бесплатно. Соответственно, выходит такая несправедливость в жизни, то есть есть определенные желания, есть определенные потребности, в том числе базовые, и мы не можем этим потребностям выполнить, то есть, соответственно, от этого растет вы поняли, неудовлетворенность жизнью. И, естественно, нас инцелу нельзя назвать
счастливыми людьми. Ну, то есть нас и нельзя назвать, например, самыми несчастными в жизни, потому что очень часто встречаются отношения, ну, которые больше приносят там, стресс, там, чем счастье. Вот, например, когда тян там вам ебет мозги постоянно, когда вы там на нее. Ну, опять же, любые опасные отношения, они еще более несчастны, чем, например, если быть инцелом там и вообще не иметь отношений. Соответственно, мы где-то посередине. Мы в любом случае более счастливы, чем бета-баксеры, потому что бета-баксеры каждую секунду своего времени, своей жизни, они прекрасно поймают, что если у них там в жизни случится какой-то момент, что их там, например, уволят с работы, то тян в ту же секунду пошлет и его нахуй. И вот это осознавать, больнее всего, что вы там, чисто, кошелек там, нахуй, что вы там чисто инструмент. Я думаю, что любой инцел, большинство инцелов, они бы не были согласны на вот такие отношения, то есть с бета-баксом. Вот, даже если зайти на 2, что там, большинство, там есть, там, некоторый процент людей, которые вот, пишут, прямо, что они стремятся там стать там, кабанчиком, вот как они называют, чтобы можно было встречаться с тян, там, опять же, за бета-бакс. Но я с этим вот в корне не согласен. Я считаю, это абсолютно ненормально, вот это противоестественно. Потому что, опять же, смысл любых отношений в взаимности, которую, опять же, отличить от какой-то выгоды очень легко. То есть, если там вы, чет, вот как вчера, я вам честно скажу, вот это видео мне стало снять вчерашнюю ситуацию, когда на часах было где-то 11 часов вечера, я уже собирался ложиться спать, и тут я слышу, где-то во дворе там, какая-то, пизда, кричала, он меня не любит, то есть я, думал, не знаю, ее там убивают, а оказалось, что она просто хуй страдает, по чеду, то есть, конечно, для меня вот это, как будто в другом, мире, то есть, у чеда вот это обычное явление, то есть, чеды меняют бабки, как перчатки, и, соответственно, вот эти, кого они скипают, и, что самое главное, это не какие-то там жирухи, не какие-то там уебочные, а, тян там, с охуенной внешностью, и чеды их бросают, то есть, потому что они надоели. Соответственно, в такие вот моменты невольно закрадывается такая мысль, да может пойти к ней там, предложить встречаться там, соответственно, вот эти все действия, они вызваны исключительно хуя страданию, по чеду, то есть если в ту же секунду какой-то инцел предложит ей встречаться, она, естественно, пошлет его нахуй, вот такой вот парадокс, вот такая вот несправедливость, ничего не поделаешь, рожденный ползать, летать не сможет, вот это видео было просто с целью успокоить тех, которые еще до сих пор думают, что у них получится найти тян. То есть, да, я бы был рад, если бы у вас получилось. Но давайте мыслить реалистично. То есть, если вы там в молодом возрасте не пользуетесь популярностью женского пола, то с взрослением, там, с каждым Новым годом эти шансы тают на глазах. То есть, да, ничего не поделаешь. Видимо, мы созданы для чего-то большего, чем какие-то примитивные там отношения. Например, там ебашить в дотку, там ебашить в танке. То есть много различных дел, которыми можно заниматься в жизни. Конечно, будут моменты, когда человек будет думать, блядь, а
вдруг там в отношениях лучше, например, чем ебашили в водотку, но можно найти не меньше людей, вот, ну, которые, ну, будучи в отношениях, ну, будут говорить, вот, ой, блядь, ебалы в рот эти отношения, сейчас в водотку, ну, поймать, ну, то есть, надоедает все, абсолютно все, и самое главное, что в конце жизни любой человек, ну, будет, ну, думать, что он, ну, прожил жизнь якобы не так же, что он там упустил много возможностей. И тот, кто, ну, был, например, чедом, там, ебал, ну, баб направо и налево, и тот, кто играл в дотку. Потому что в любом случае человек хочет, ну, человек будет хотеть, ну, какой-то, ну, другой жизни. Вот такая вот человеческая сущность. В общем, дорогие друзья, было такое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.